Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду делать вот такой пасхальный подсвечник для декора. Для работы я буду использовать вот такую тарелку, купленную в магазине Fix Price пару лет назад. Нужно ее заполнить. Заполнять буду фольгой. Можно использовать пенопласт или пеноплекс, или даже просто газетой. Сильно я не утрамбовываю, чтобы потом сделать углубление для свечек. Тарелку заполняю почти доверху фольгой и приклеиваю на термопистолет. В работе я буду использовать вот такие маленькие чайные свечки из магазина Fix Price. Для того, чтобы сделать их повыше, я подобрала обычные рюмки из голубого стекла и смотрю, чтобы чайные свечи хорошо туда входили. Верхнюю часть подсвечника я буду заполнять сизалью. У меня вот такая сизаль. На самом деле она зелено-голубая, но на камеру смотрится почему-то именно голубой. Для начала я беру и стаканчиками, одним стаканчиком продавливаю фольгу, чтобы свечки получились на разных уровнях, и приклеиваю. Если вы берете обычные восковые свечи, то стаканчики вам в принципе не нужны, просто приклеивайте их. Теперь всю верхнюю часть я заклеиваю сизалью, стараясь сделать так, чтобы не было просветов. Если вы боитесь, что будут просветы, можно фольгу покрасить в какой-нибудь зеленый или темно-коричневый цвет. Я ничего не красила, просто приклеиваю. Такие подсвечники я использую как декор. Редко когда ими пользуюсь. Если я хочу, чтобы они действительно служили мне как подсвечники, то использую либо свечу в стеклянном бокале, либо вот такие чайные электрические свечи. Все хорошенько приклеила и теперь отрезаю лишнюю сизаль, которая очень сильно выбивается из всей композиции. В стаканчике я тоже добавляю сизаль, чтобы не было видно, что они приклеены на фольгу. Хорошенько все утрамбовываю и по ходу дела вставляю туда свечки, чтобы было видно, насколько хорошо и насколько плотно они там сидят. Теперь беру белую сизаль и скручиваю ее по форме гнезда. Склеивать, в принципе, не придется, она очень хорошо держит форму. Хорошенько скрутила и приклеиваю. В гнездо обязательно приклеиваю пенопластовые яйца. У меня остались с прошлого года, купленные в магазине Fix Price. Теперь приступаю к декору самого подсвечника. У меня есть вот такие тканевые цветы. Располагаю их так, как мне нравится, и приклеиваю.
цветам добавляю искусственные зеленые листочки, но лучше сделать это заранее, так будет удобнее их приклеивать. Для того, чтобы заполнить пустые пространства, я взяла вот такую искусственную веточку зелени. Купила в магазине «Пятерочка». Они там есть разных цветов. Я купила белую и желтую. Отрезаю на небольшие веточки и заполняю все пространство. Где-то добавляю побольше, где-то поменьше. Некоторые веточки делаю подлиннее, некоторые покороче. И так делаю до тех пор, пока мне не понравится результат. Еще сюда можно добавить веточки вербы, какие-то маленькие искусственные цветочки или же, например, фигурку птички или зайчика. Итак, включаю свечи, вставляю их в бокальчики, и на этом моя работа готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!